Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Лесько Роман, мне 31 год и почти всю свою осознанную жизнь я занимался традиционным бизнесом в сфере логистики. Но, спасибо Богу и воле случая, узнал, как можно зарабатывать иначе, о чем и расскажу в этом ролике. Поскольку все мы оставляем цифровые следы в интернете, вы можете убедиться, что я реальный человек, не тролль, не бот, не фейк, найдя меня в социальных сетях, например, в Инстаграм. Это видео создано для всех тех, кто ищет возможности и инструменты, которые позволят им решить все свои финансовые вопросы, закрыть долги, кредиты, ипотеки. Для всех тех, кто хочет улучшить качество своей жизни и начать уделять время чему-то действительно важному. Именно поэтому я настоятельно рекомендую досмотреть эту презентацию до конца, так как это исключительно в ваших же интересах. Далее я вкратце расскажу о концепции компании CrowdOne, о революционной бизнес-модели, позволяющей абсолютно любому человеку из любой точки земли легально, что немаловажно, начать свой бизнес в интернете, работая на себя удаленно только лишь при помощи смартфона. Для того, чтобы максимально доступно объяснить, как это работает, начнем с примера. Наверное, каждый современный человек знает таких гигантов, как Booking, AliExpress, Uber, да что далеко ходить, Ozon, Wildberries. По факту эти компании ничего не производят, а лишь зарабатывают на возможности размещения различных продуктов и услуг на своих площадках, получая огромные прибыли. Booking не владеет отелями, Uber не владеет автомобилями, AliExpress не владеет товарами. Мы пользуемся этими платформами, рекомендуем их, но по факту являемся только потребителями, ничего за это не получая. Барабанная дробь, и на сцену выходит компания CrowdOne, которая по своей сути является таким же агрегатором, маркетплейсом, который не имеет собственного продукта, а лишь предоставляет свою платформу для размещения на ней различных цифровых товаров и услуг. Но главным отличием от Booking, AliExpress и Uber является, что прибыль, заработанная платформой CrowdOne, почти полностью распределяется между ее пользователями. Компания оставляет себе только 20% на развитие и оперативную деятельность. То есть мы с вами пользуемся классными цифровыми продуктами и услугами, о них расскажу поподробнее чуть позже, и получаем за это не только скидки и спецпредложения, но и часть дохода компании. Для бизнесов, которые уже представлены на платформе, это также очень выгодная модель взаимодействия. Ибо за свое размещение компании ничего не платят, а отчисления сообществу CrowdOne осуществляются из фактически полученной прибыли. Согласитесь, это куда выгоднее, чем вкладывать огромные средства в раскрутку и рекламу своего продукта, не имея вообще никаких гарантий достижения желаемого результата. А поскольку это глобальное сообщество еще только формируется, мы можем отлично зарабатывать на расширении аудитории платформы. Благодаря этой бизнес-модели всего за 2 года партнерами CrowdOne стали уже более 30 миллионов человек из 150 стран мира. Для того, чтобы создать такую огромную клиентскую базу, компания CrowdOne пошла путем цифрового многоуровневого маркетинга. CrowdOne не сетевая компания по своей сути, но она использует этот инструмент для масштабирования своего сообщества, так как это самый действенный и выгодный абсолютно для всех способ привлечения аудитории. Главным же отличием от других компаний этой индустрии является то, что CrowdOne – это 100% мобильный бизнес. Здесь нет материальных продуктов, обязательных закупок, приглашений и ежемесячной активности, всего того, что присуще классическим сетевым компаниям. CrowdOne дает возможность абсолютно любому человеку стать онлайн-предпринимателем при помощи своего гаджета. Без будильника и начальника, без аренды и проблем с поставщиками, без наличия опыта и красивых дипломов. Это абсолютно новый формат электронной коммерции, где за минимальные деньги, а при определенных условиях вообще бесплатно, вам предоставляются самые современные инструменты для ведения бизнеса в сети. Вы можете зарабатывать на самых актуальных цифровых продуктах и сервисах, получать скидки и баллы лояльности, строить команду и расширять аудиторию платформы. Поскольку это сообщество формируют люди, и для того, чтобы им было выгодно это делать, 90% прибыли от продаж пакетов участников остается в сети и распределяется между партнерами сообщества. Такую поистине уникальную компенсационную модель могли создать только люди с колоссальным опытом как в сфере MLM-бизнеса, так и в области создания и внедрения цифровых продуктов. Поэтому давайте представим первых лиц компании CrowdOne. Начнем с Йохана Вестердала, исполнительного директора CrowdOne. Человека, в чьем послужном списке числится множество руководящих должностей в различных компаниях Северной Европы. Для представителей СНГ скажу только, что более 7 лет Йохан Вестердал был генеральным директором Oriflame Швеции и вообще очень долгое время находился в структуре именно этой компании. Поэтому сомневаться в его опыте и компетентности не приходится. Далее представляем Йонаса Эрика Вернера, основателя компании CrowdOne, гуру MLM-индустрии с более чем 25-летним опытом. Этот дальновидный лидер является творцом успеха компании, поставив себе цель в 1 миллиард партнеров.
Обязательно также стоит упомянуть о экс-сео Йохане Сталь фон Хольштайне, идеологе и визионере проекта Краудван, о легендарном человеке, являющемся пионером интернет-технологий, блокчейна и цифровой революции в Швеции. Увы, по состоянию здоровья в декабре 2020 года он был вынужден приостановить активную рабочую деятельность, став консультативным партнером компании. Официальная платформа Краудван представила на рынке компания Краудван Network Limited. И дабы рассеять сомнения всех скептиков по поводу легальности, хватит только одного факта. Компания Краудван зарегистрирована в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Реквизиты здесь и является налогоплательщиком этой страны. Всего в двух странах мира за создание и развитие финансовых пирамид предусмотрена смертная казнь. Это как раз Эмираты и Китай. На этом, думаю, вопрос закрыт. За 2020 год Краудван увеличила свой совокупный доход с 90 до 750 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом. Это феноменальный плюс 733% роста. Так это только прибыль компании. Краудван неразрывно связана с компанией Impact Crown Technology, она же ICT, зарегистрированная в Мадриде, Испания. Реквизиты здесь. ICT – это компания, которая заключает соглашение с поставщиками услуг и продуктов, которые члены Краудван могут рекомендовать и покупать сами. Можно сказать, что ICT – это сервисная компания для сообщества Краудван. В данный момент на платформе представлены 7 компаний-партнеров и еще 2 сервиса будут запущены в самое ближайшее время. Некоторые продукты, увы, недоступны в Российской Федерации, поэтому представлю вашему вниманию то, чем мы можем пользоваться и что можем рекомендовать. Встречаем бизнес-партнеры платформы Краудван. Итак, начнем. Первый продукт – это LiveTrend, американский сервис по бронированию отелей, вилл, круизов, аренде автомобилей с лучшими предложениями на рынке, аналог Booking и Expedia. Ваше личное лайт-турагентство с более чем 2,5 миллионами объектов для размещения, предлагающие значительные скидки для партнеров сообщества и предоставляющие гарантии лучшей цены. Mindo – аудиоплатформа в формате подкастов и текстов, созданная для личностного и карьерного роста. Mindo включает в себя образовательные курсы и программы по таким темам, как криптовалюты, ведение соцсетей, бизнес-риторика, мотивация и многим другим. Короткие и емкие уроки длиной не более 15 минут содержат выжимку знаний по самым актуальным сферам для онлайн-предпринимателей. Платформа с нацелью вдохновлять и мотивировать партнеров получать знания и реализовывать полностью свой потенциал в бизнесе. Приложение уже доступно в App Store и Play Market. Материалы дополняются ежемесячно. Link.me – это сервис для создания мультисылок. С его помощью вы можете легко создать мини-лендинг, мини-сайт без навыков программирования, HTML-верстки и Photoshop. Вы можете установить информацию о себе, фон, аватар и разместить ссылки на все ваши социальные сети. Благодаря сервису можете просматривать аналитику посещения страницы, конверсии и геоаналитику. Создав свою уникальную страницу, добавив все свои ссылки, просто скопируйте свой уникальный адрес Link.me и ставьте его в поле веб-сайта своей биографии в Instagram или Twitter. Или поделитесь им в сообщениях в Facebook или на видео в YouTube. Далее. Сервис Mixer – это флагманский продукт компании Краудван и австралийской компании Emerge Gaming. Путем последовательного развития и постоянных обновлений игровая платформа Mixer предлагает своим пользователям развлекательный контент, в том числе мобильные, социальные игры, турниры, награды, прямые трансляции на международной аудитории. И последним этапом развития платформы является запуск раздела Mixer Plus, включающего в себя игры класса AAA. Благодаря технологии Game Cloud, которую продвигает наш партнер Emerge Gaming, вы сможете беспрепятственно, без задержек, получать высококачественную потоковую передачу самых современных и тяжелых игр через сети 5G. Только представьте, вы сможете играть в FIFA или Cyberpunk в максимальном разрешении на своем телефоне или Smart TV, без дополнительного оборудования, так как благодаря скоростной передаче данных все вычисления будут происходить на облачных серверах в режиме реального времени. Не будущее ли это? И еще один проект родом из будущего – это Planet AX. Это виртуальная онлайн-игра, стратегия, где вы сможете покупать, развивать и продавать землю и недвижимость, используя криптовалюту. Planet AX – это полноразмерная цифровая копия Земли, поделенная на шестиугольники, так называемые пиксы, которыми впоследствии вы сможете торговать в режиме онлайн с другими участниками, совершая разумные инвестиции в области, которые, по вашему мнению, со временем только вырастут в цене. Запуск Planet AX будет происходить постепенно. На первом этапе вы сможете получить бесплатно или купить землю. На втором будут добавлены ресурсы, на третьем будет добавлен полный игровой функционал. Для большего понимания концепции вы можете найти информацию о уже существующем проекте подобного
этого типа, который называется Decentraland. Ну, или посмотрите фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Запуск Планета X намечен на июль 2021 года. Multi-Wallet – сервис, который так долго ждали абсолютно все партнеры Crowd1. Это бесплатный мультивалютный кошелек с возможностью моментального вывода заработанной платформе средств. Участники получат собственный банковский счет с номерами IBAN и SwiftBIC. Партнерам будет доступна виртуальная платежная карта с возможностью подключения к Apple Pay и Google Pay, что позволит расплачиваться не только в интернете, но и в любой точке мира с помощью вашего смартфона. Помимо мгновенных безопасных переводов, сервис позволит следить в режиме реального времени за мировыми фондовыми рынками, также и за крипторынками. Покупать, продавать акции и криптовалюту, и даже покупать части акций. Получая целевых клиентов, компании платят партнерские выплаты с доходов, заработанных на платформе Crowd1. Размер выплат от представленных компаний на платформе Crowd1 составляет не менее 50% от получаемой ими прибыли. Далее эти деньги распределяются по определенной схеме. 15% бонус прямых продаж, 25% пул активных пользователей и 60% в общий пул. В общем же пуле эти деньги распределяются следующим образом. 40% идет на ежеквартальные выплаты участникам, 40% на долгосрочный ежемесячный доход и 20% на развитие и оперативную деятельность компании. На платформе Crowd1 существует три формата участия. Первый – клиент. Вы регистрируетесь на площадке Crowd1 и пользуетесь продукциями и услугами, представленной на платформе, получая скидки и выгодные предложения. Формат номер два – член сообщества. Вы не только можете использовать продукты и услуги по специальной цене, но и благодаря реферальной программе вы сможете получать бонусы от прямых продаж. Также вы сможете участвовать в пуле активных пользователей, получать баллы лояльности и иметь доступ к бонусу страха потери. Например, по вашей реферальной ссылке зарегистрировалось 4 партнера на оплаченные, допустим, белые пакеты White. За это вы бесплатно получите гифт, подарочный код на пакет White, соответственно, который вы сможете применить и получить бизнес-пакет для себя, став полноценным партнером-предпринимателем вообще бесплатно. Далее, партнер-предприниматель, формат номер 3. Вы регистрируетесь, покупаете стартовый пакет и получаете все возможности, что и у клиентов, и у членов сообщества, плюс возможность построения команды, крауд-бонус, резидуальный доход и мэтчинг-бонус, о которых я расскажу чуть позже. Стать партнером Crowd1 можно, купив один из 4 стартовых пакетов. Отличаются они стоимостью и ассортиментом включенных в них сервисов и дополнительных выгод. Самый простой пакет белый, White, 109 евро, и в него уже включена 12-месячная подписка на Mixer, доступен сервис Mindo, плюс 25 евро бонусов на покупки в LiveTrends и 5000 баллов лояльности, которые вы сможете потратить на покупки продуктов и услуг, представленных на платформе. Далее, черный пакет Black, 299 евро. Доступны все те же предложения, только 50 евро на путешествие, 6000 баллов лояльности, плюс один участок на планета AX. На золотом за 799 добавляется пожизненная подписка на сервис LinkMe, соответственно 100 евро на путешествие, 7500 баллов лояльности и 1 пиксель планета AX. На самом большом пакете Titan 2499 евро, 12-месячная подписка Mixer, сервис Mindo, 500 евро на путешествие и 15000 баллов лояльности, плюс 1 пиксель планета AX и сервис SoMe, который будет анонсирован в самое ближайшее время. С 27 марта 5 июля проходит невероятная промо-акция, которая подразумевает бесплатное обновление до следующего пакета всех новых и старых участников сообщества. Вы можете присоединиться к Crowd1 на любом уровне, и компания обновит ваш пакет бесплатно. Например, купив стартовый пакет за 109 евро, вы автоматически получаете пакет Black со всеми его преимуществами. Вы можете присоединиться к компании, используя биткоин, эфир, банковскую карту, банковский перевод или подарочный код. Компания Crowd1 поощряет партнеров сообщества, предлагая сочетание удивительных бонусных систем. Скажу честно, для новичка понять маркетинг-план сразу нелегко. Но когда вы разберетесь, вы поймете, почему здесь так выгодно. Поскольку от роста платформы выигрывают абсолютно все, Crowd1 важна ваша активность, которая определяет ваш доход. Поэтому для того, чтобы получать максимально возможные вознаграждения от компании, вам необходимы баллы активности. Их можно заработать, пользуясь продуктами и услугами, представленными на платформе, либо получить их благодаря вашим лично приглашенным партнерам. Например, в каждый стартовый пакет уже включена годовая подписка на Mixer, что дает нам плюс 1 балл активности в течение 1 года. Далее будет более подробно о всех видах бонусов и необходимом количестве баллов активности для их получения.
Поехали. Итак, начнем с бонуса страха потери. Если вы в течение 14 дней после регистрации пригласите 4 партнеров на оплаченные пакеты, вы гарантированно получите гифт-код, подарочный код, которым вы сможете активировать себя, если вы не покупали стартовый пакет, либо просто возместите свои затраты, если вы уже покупили пакет участника. Этот бонус позволяет вообще бесплатно стать полноценным партнером и иметь доступ ко всем видам заработка. Для наглядности давайте поясню на примере. Если вы купили белый стартовый пакет за 109 евро и за 14 дней пригласили 4 участников на такой же, вы гарантированно получите пакет White, гифт-код на пакет White. Если приглашенные вами партнеры встают на черные пакеты, гифт на Black, на золотые, гифт на Gold, если на пакеты Титан, соответственно, гифт на Титан. Важно, в случае комбинации пакетов, например, один белый, один черный, один золотой, один Титан, бонус начисляется по наименьшему, то есть вы получите только пакет White. Далее идет самый мощный бонус от компании, краудбонус, он же бинарный. Для людей, которые представляют, что такое MLM-структура, главным отличием маркетинга Crowd2 на других компаниях является объемный бинар с соотношением 1 к 1, 1 к 2 и 1 к 3, в котором мы можем заработать до 3 раз больше обычного, так как доход считается с обеих ног. Для тех, для кого это сложно и кто слышит об этом впервые, поясню на примере. Но перед этим, для удобства обращения внутри компании была введена универсальная валюта Business Point. Ее ценность 10 бизнес-поинтов 1 евро. Такая система расчетов была принята в связи с широкой географией компании и распространением ее на различных мировых рынках. Давайте к примерам. Так, пример номер один. Вы зарегистрировались по реферальной ссылке вашего спонсора и купили белый пакет. Затем вы пригласили своего друга, например, на такой же белый пакет. За это он начисляется 60 баллов. Автоматически он располагается в спонсорской ноге. Спонсорская нога – это нога, противоположная положению пригласившего вас человека. Далее, допустим, ваш друг пригласил свою подругу, тоже на белый пакет. За нее вы тоже получаете 60 баллов. Например, проснувшись на следующий день, вы видите, что ваш спонсор лично пригласил еще одного участника, который автоматически расположился в нижней позиции вашей спонсорской ноги. За него мы и наши приглашенные партнеры тоже получили по 60 баллов. Здорово! Теперь мы, пригласив еще одного друга на белый, например, пакет и расположив его в личной ноге, можем слопнуть бинар 1 к 3. Получается, мы берем 60 баллов с личной ноги и 3 раза по 60 со спонсорской. Итого 240 баллов, что эквивалентно 24 евро. Обращаю ваше внимание, что схлапывание бинара зависит от пакета участника, которого мы располагаем в личной ноге. Так, и давайте посложнее примерчик номер 2. Вы зарегистрировались по реферальной ссылке вашего спонсора и купили белый пакет. Затем вы пригласили своего друга, например, на черный пакет. За это вам начисляется 190 баллов. Далее ваш друг пригласил свою подругу, но уже на золотой пакет. За нее вы получаете 500 баллов. Допустим, наш спонсор лично пригласил человека аж на пакет Титан. За него вы получите 1550 баллов. Класс! Теперь мы приглашаем друга на золотой пакет и, расположив его в личной ноге, получаем возможность хлопнуть бинар 1 к 3. Получается, в спонсорской ноге у нас 2240 баллов за троих человек. Оттуда забираем 3 раза по 500, ибо у нас лично на ноге партнер дал нам 500 баллов. Как только мы ставим его туда, бинар схлапывается и приносит нам 2000 баллов, что эквивалентно 200 евро. Остаток спонсорской ноги 240 баллов. Мы можем в дальнейшем использовать по тому же принципу. Он никуда не девается, не сгорает и ждет своего часа. Итог. Вы можете слопнуть бинар и получить баллы в любом соотношении. 1 к 1, 1 к 2 и 1 к 3. Соответственно, 1 к 3 самый выгодный вариант. Чем дороже пакет у участника, приглашенного вами или вашими партнерами, тем больше баллов вы можете заработать. Причем в объемном бинаре нет зависимости, на каком вы сами пакете. Самое главное, какие у вас проходят объемы. Здесь нет обрывов, нет сгораний, а все переливы от вышестоящего спонсора дают новых участников в вашу структуру, за которых, само собой, вы получаете деньги. То есть для активации этого бонуса вам необходимо иметь 5 баллов активности или одного лично приглашенного партнера в текущем месяце. Бонус начисляется ежедневно. Далее, матчинг бонус, бонус соответствия. Это очень щедрый бонус, которым главными критериями величины прибыли является количество лично приглашенных партнеров и баллов активности. Матчинг бонус был создан для того, чтобы мотивировать вас помогать вашим лично приглашенным партнерам в достижении успеха. Ведь когда они приглашают новых участников, вы также можете получать 10% от их чека вплоть до 5 уровня в глубину. Только партнеры платформы могут иметь доступ к этому бонусу, причем нет разницы, на каком они пакете. Матчинг бонус начисляется в соотношении 1 к 3 по отношению к бинарному бонусу.
Например, если вы заработаете по бинару 100 евро, максимально доступной суммы по matching бонусу – это 300 евро. Бонус начисляется ежедневно. И давайте также на примере. Пример номер один. Если вы находитесь на черном пакете, уже лично пригласили 10 участников и имеете 10 баллов активности, вы можете зарабатывать по 10% от их прибыли и прибыли всех приглашенных ими партнеров. Пример номер два. Если у вас белый пакет, вы лично пригласили уже 20 человек и имеете 20 баллов активности, вы сможете получать все те же 10% от дохода всех партнеров аж до четвертой линии в глубину. Итог. Бонус соответствия – это очень мощный инструмент поощрения партнеров платформы Crowdvan. Благодаря тому, что 90% прибыли от продажи бизнес-пакетов остается в сети, участники могут отлично зарабатывать при активном построении команды. Этот бонус невероятен тем, что человек, которого вы даже не знаете, например, партнер вашего партнера, может оказаться активным лидером и закрывать шестизначные чеки. А вы, благодаря мэтчинг-бонусу, можете получать 10% от его прибыли. Далее, резидуальный бонус – бонус пассивного дохода. Это ежемесячная пассивная выплата, зависящая от уровня вашей сети. 40% прибыли от продаж продуктов и услуг на платформе Crowdvan распределяется по этому бонусу. В зависимости от объемов заработанных вами баллов по бинару, вам будут присваиваться ранги от Team Leader до President и выше, исходя из которых каждый месяц вы будете получать долгосрочный остаточный бонус. Также необходимо иметь соответственное количество баллов активности. Все достигнутые уровни остаются за вами навсегда. Получив любой уровень, вы со временем можете только улучшить свой ранг. Соответственно, новые уровни дают доступ к более высокому пассивному доходу от компании. В представленной таблице вы можете видеть размер выплат партнерам за апрель 2021 года. Повторюсь, это пассивная выплата, которая ежемесячно поступает на ваш баланс. Соответственно, чем больше компаний-партнеров будет размещено на платформе Crowdvan, тем выше будет резидуальный доход. Далее, Streamline бонус, бонус потока. Он зависит от количества ваших лично приглашенных партнеров, типа бизнес-пакета и количества участников, зарегистрировавшихся на платформе Crowdvan после вас. Streamline бонус начисляется еженедельно и выплачивается в подарочных Loyalty Points, баллах лояльности. Баллы лояльности – это система поощрения, стимулирующая активность членов и партнеров платформы Crowdvan. Подразумевает начисление баллов за покупку стартового пакета, использование сервисов, частоту посещения сайта Crowdvan и долгосрочное сотрудничество. Потратить баллы лояльности вы можете, приобретая продукты и услуги, представленные на платформе Crowdvan. Например, при бронировании отеля в сервисе LiveTrends часть суммы вы сможете оплатить бонусами лояльности. Запуск обновленной программы лояльности состоится в июне 2021 года. И давайте для примера все-таки. Если у вас черный пакет, 8 лично приглашенных партнеров и после вас на платформе зарегистрировалось уже более 250 тысяч человек, ваш еженедельный стримлайн бонус составит 37,5 баллов лояльности, loyalty points. Так, бонус продаж, sales бонус. Компания Crowdvan вознаграждает членов и партнеров за реализацию продуктов и услуг, представленных на платформе. Вы получаете 15% от маржинальной прибыли сервиса за совершенную по вашей реферальной ссылке покупку. Например, если лично приглашенный вами участник бронирует отель, вы получаете 15% прибыли компании, 15% от прибыли, делаю акцент, 15% от прибыли компании LiveTrends, заработанной на этой операции. Бонус выплачивается в течение месяца после того, как платформа Crowdvan получит комиссию от партнера-поставщика. И последний бонус – это Active User Pool, пул активных пользователей. При условии личного использования продуктов и услуг партнерам будет открыт доступ в пул активных пользователей. В нем распределяется 25% прибыли, полученной от компании партнеров. В каждом продукте свой отдельный пул. Одну долю в соответствующем пуле необходимо иметь для активации этого бонуса. Бонус выплачивается ежеквартально. Например, купив стартовый пакет, вы уже имеете годовую подписку на Mixer, что дает вам возможность участвовать в течение года в распределении пула активности конкретно этого продукта. Поздравляю, вы досмотрели эту презентацию до конца. Вы большущие молодцы. Crowdvan – это действительно революционная компания, уже изменившая жизни миллионов людей из самых разных уголков нашей планеты. Да, маркетинг сложно понять с первого раза. Да, многие далеки от сетевого имеют стереотипы на этот счет. Я сам такой был. Да, сейчас полно инфо-цыган и мошенников, но это другое, это легально и это действительно работает. Нужно только во всем разобраться. Компания Crowdvan формирует цифровую экосистему, предоставляющую возможность абсолютно каждому стать онлайн-предпринимателем и носить этот бизнес будущего в своем кармане. Поэтому только вам решать, остаться там, где вы есть, или открыться чему-то новому. Никому претензий не имею, каждый выбирает для себя.